Научно-технический прогресс дошел до Русской Православной Церкви. Ушли в прошлое самые главные трудности в церкви. Необходимость стоять на ногах в тесном душном помещении. Я лежу на своей кровати у себя дома и смотрю прямую трансляцию богослужения из храма. Никаких грязных религиозных обрядов, все чисто и гигиенично. У меня индивидуальная религиозная атрибутика. Могу целовать кресты, иконы. Мазать себя освященным маслом. Я все вижу и все слышу, что делается в храме. И нет никаких запретов, чтобы именно так молиться Богу. Воздержаться от посещения храмов. И если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской. И нет никаких запретов, чтобы богослужение так проходило. И надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храма.